Ну чё, пацаны, суровая Россия, меня зовут Суровая Лиза, и мы с вами продолжаем испытывать нервы на модовой карте «Суровая Россия». Девка за рулем, Эй, какая девка, ну сворачивай свою розовую шнягу и поехали. Ребята, ну а пока суровая Лиза не вернулась, хочу сказать вам большое-большое спасибо за то, что вас уже целых 7000 человек. Уже даже больше, уже даже 7100 с лишним. Большое вам за это спасибо, я вас всех очень сильно люблю, целую, обнимаю. И без вас мы не добились бы такой большой цифры. Ну и как я уже раньше говорила, дальше больше. Ну а я передаю слово. В натуре, пацаны, респект вам за 7к, реально вообще четко, молодцы. Вы, пацаны, глазастые, наверное, уже заметили название видео, да? Не зря я его назвала «Дорога смерти». И вы, наверное, думаете, что я вам сейчас тут какую-то дичь втираю, мы с вами будем кататься по обычному маршруту, но нет, пацаны, смотрите. Вы где-нибудь здесь видите продолжение дороги? Вот и я не вижу, поэтому давайте я вам сейчас поподробнее, еще лучше покажу место, где мы сегодня с вами будем ездить. Вот. Смотрите, раз, вот так вот это место выглядит. Посмотрите, просто здесь одни большие серпантины. Я не знаю, доедем мы сегодня с вами до конца этого всего маршрута, но выглядит это все очень и очень и очень страшно, поэтому я думаю, что мы с вами можем наконец-таки приступить к исследованию этого маршрута. Так что нам нужны обязательно здесь фары, потому что без фар тут не прожить. Так, все. И давайте мы с вами... Страшно, конечно, начинать это делать, но давайте тронемся на самом деле. Очень сильно страшно, и, возможно, здесь даже моя суровость уже даст задний ход спустя минуты две катания по этим серпантинам. Поэтому давайте-ка мы с вами все-таки... начнем. Мы же с вами все-таки суровые, катаемся по суровой карте. Ух ты ж, ё-моё. Наверное, если бы я умела и хотела материться, я бы уже, наверное, бы это делала. Ох. Ой. Приехали на выход. Так, давай, пожалуйста. Господи, боже мой. Очень страшно, очень стрёмно. И главное, даже не сказать, что я надеюсь на то, что дальше будет легче, потому что мы сами все с вами прекрасно знаем, что там будет дальше, и дальше легче точно не будет. Так. Вообще, я не знаю, для кого придумали именно вот эту вот дорогу, кто вообще осмелится ради удовольствия на такой... дороги покатать. Ой, хочу посмотреть, что там. Просто посмотрите, как мы с вами едем. Это еще с прицепом. Как-то мне надо вырулить теперь отсюда. Так, все. Вот так вот, оп. На самом деле очень тяжело, учитывая то, что у меня еще здесь стоит мощный движок, и КамАЗ очень быстро начинает разгоняться. Габаритов я его тоже особо не чувствую, поэтому постоянно чувствую такое, будто я заезжаю на эту гору. Так, ну какое-то расстояние мы уже с вами преодолели. Это страшно, это действительно страшно. Я не знаю, в реальной жизни ли кто-то вообще вот катался ли по таким вот местам. Вот, но это просто какая-то дичь дичайшая. Вот смотрите просто, что тут происходит у нас из окна. Какие у нас тут прекрасные виды. И, конечно... о какой-то суперскорости здесь говорить, наверное, нет смысла. Давайте я включу еще одно зеркало, чтобы смотреть по сторонам, и чтобы я не заезжала на все вот эти вот горы и пригорки, которые нас окружают со всех сторон. Так, минус все столбы. Минус все столбы, отлично. Так. Очень-очень страшно, очень там высоко. Пока я еду, вы, конечно, можете по-пацански, по-суровому любоваться на все эти суровые виды. Ну, а я... Ой-ой-ой. Давай, езжай.
Езжай, езжай. Максимум мы тут, наверное, едем километров 9-10 всего в час. Так. Выезжаем. Что, все, приехали? Давай едь. Нет, все-таки, наверное, да. Если поставить сюда еще более слабый движок, то, конечно, разгоняться ты так сильно не будешь, но при этом вот такие вот все горы преодолевать будет еще сложнее. А я вижу, что мы идем опять на подъем. Так. Теперь вот так вот. На самом деле очень и очень и очень страшно. Просто посмотрите, нас от спуска вниз отделяет всего лишь, всего вообще ничего. Прям вот реально. Там еще немножко, и уже полетишь просто вниз. Так, мы опять с вами куда-то поднимаемся. Куда-то с вами мы летим. Ну, не зря это все называется дорогой смерти. Так, мы сейчас, мы, видимо, судя по всему, спускаемся. И надеюсь, мы сейчас не спустимся в пропасть. Надеюсь, мы не спустимся в пропасть, пожалуйста. О, я хочу вот еще хотя бы постараться доехать до того моста. Посмотрите, как мы несемся просто теперь вниз с этих всех склонов. Так. Ну, знаете, если я сейчас смогу здесь все это преодолеть, просто посмотрите. Я даже специально еще раз остановлюсь, чтобы вам это все показать. Вы просто гляньте, мы с вами заезжаем на вот этот вот мост, и нас просто держат вот эти вот балки, и больше ничего. И мы сейчас по этому мосту поедем. Это просто жесть. Так, это жесть. И мало того, что это жесть, это очень и очень и очень страшно. Так, и справа от нас еще какая-то дорога, так, лишь бы нам не свалиться с моста. Что, мы едем назад? Ой, давай. Так, все, моя суровость покидает чат. Главное медленно, тормози, пожалуйста, ради всего святого, тормози. Так, все, вот так. Легко и просто мы с вами преодолели этот мост. Не знаю, чего я там вообще боялась. Все легко и просто. Так. Все, окей. Все, и погнали. И погнали с вами дальше. Исследовать вот эти все вот расчудесные, прекрасные, в кавычках. Ну, конечно, нет, выглядит это все очень красиво. На самом деле, пейзажи здесь просто потрясающие. Но вот... Вот, но проходить это все очень-очень сложно. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как это я вообще как еду? Я просто еду боком. Это что такое? О боже. Так. Смотрите, выехали. Поворачиваем. И бочком. Нет. Боже, все, мы покатились, ребят, с вами вниз. Так. Так, окей. Окей, это было первое падение. Надеюсь, двигатель наш сильно не пострадал, чтобы я могла... Да, кстати, двигатель не пострадал, поэтому я могу свободной камерой сейчас переместиться быстренько туда, откуда мы упали. Так, найти бы только, где мы с вами упали. Так. Так. И где? Это было где-то после моста. Окей, где наш КамАЗ? Так, и после вот этого стога с сеном это произошло. Где? Где наш КамАЗ? Куда? Куда дели машину? Давайте поставим его... Реально не могу найти. Окей. Давайте поставим его вот здесь. Вы думали, я на этом закончу? Нет, мы с вами поедем дальше. Дальше просто надо будет делать это еще аккуратней. Отдельное спасибо, кстати, за помощь в нахождении этой дороги. Хочу сказать Сергею
который, наверное, фанат просто карты суровой России. Я ему написала, я его спросила, скажи, пожалуйста, какая из дорог в этой карте одна из наиболее сложных? И он сказал, что вот, пожалуйста, вот езжай вот сюда. И также подсказал еще и другие места. Вот, и можно сказать, благодаря ему сегодня я вот катаюсь здесь. Но это реально, это просто какая-то жесть. Это очень и очень сложно. Я хочу ехать вот так вот сверху какое-то время, то есть, чтобы вам показывать, что тут вообще происходит, как это выглядит сверху по всем вот этим вот кочкам. Надеюсь, мы не свалимся с вами никуда. И вот так вот. Вот так вот мы езжаем. Честно, я до этой карты думала, что это в SnowRunner'е очень сложно езжать по таким местам, по такому бездорожью. А потом мне сказали: Лиза, поиграй, пожалуйста, в суровую Россию. Вот, и после этого уже не осталось никаких сомнений, что суровая Россия, конечно, отжигает. Это просто какая-то жесть. Так. Что, все, мы застряли? Давай выезжай. Что, серьезно, не можешь? Так, пожалуйста, только не упади. Так, давай заезжай, заезжай, заезжай. Я в тебя верю, маленькая желтая машинка. Давай. Нам нужна лебедка, ребята. Нет, я, конечно, могу применить цыганские фокусы, но это же будет не так интересно. Можно попробовать откатиться назад как-нибудь и снова вперед. Как это преодолевать? Так. Давай. Заезжай. Или ты не можешь, да? Вообще ни в какую, да, не получается. Эх. Ну, что, в чем проблемка? Почему не можешь заехать? Давай. Маленькая машинка. Заезжай. Ну, пожалуйста. Вот. Просто тупо заднее колесо у нас поднимается. Так, все. Оп-оп-оп-оп-оп. Все, мы, смотрите, мы с вами преодолели. Я нажала кнопку в этом, было что-то связанное с блокировкой дифференциала. Я не знаю, помогло ли сейчас это. Вот, но во всяком случае у нас вроде как даже что-то получилось. Да, вот получается. Да, я заблокировала этот дифференциал, и она как-то стала тянуть лучше. Я не знаю, так ли это работает. Но по идее, когда нажимаешь на эту кнопочку, почему-то... Почему-то будто бы легче становится. Так. Ну вот не знаю, преодолеет ли сейчас наш КамАЗ вот это. Давай. Маленькая машинка. Езжай. Давай, давай, давай. Все получится. Все будет хорошо. Ты заедешь обязательно. Давай, давай, давай. Если очень долго мучиться, что-нибудь, конечно же, вот, ой. Нет, только не падай. Боже мой. Нет, 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 нет. Хорошо, что мы хотя бы не свалились с вами отсюда, так что ничего страшного. Так. Забираемся снова, забираемся по новой сюда. Так, так. У меня руль просто какой-то своей жизнью жить начинает, если честно, сейчас. Ну, пожалуйста, ну ты же уже заехал один раз. Ну, как это у нас со стороны? Вот он едет. Давай, заезжай. Заезжай. Пожалуйста, что-то медленно. Давай. В чем твоя проблемка, маленькая машинка? Давай, заезжай. А что так медленно едем, я понять не могу. Вот.
А, потому что над ним колесом, наверное, сейчас стоял просто. Давай, езжай. Вот. Хорошо, так вот уже лучше. Теперь нам надо вот так вот рулю выкрутить. Не вижу, куда мы едем. Все, все. Отлично. Сложно, вообще прям сложно. Реально приходится даже включать камеру для того, чтобы смотреть, куда вообще направлять нам наш КамАЗ. Вот, и, конечно, вроде бы и ехать нужно на небольшой скорости, но при этом, если ты сильно как бы эту скорость избавляешь, то на горку заехать уже в разы становится сложнее. Так. Сейчас сколько это мы с вами уже проехали? Мне кажется, прям совсем немножко. А чувство такое, так, очень сильный. Тут сейчас будет спуск. Так. И понеслись нас просто по этому серпантину. Так, все. Едем дальше. Поворачиваем. Ничего перед собой не видим толком. Так. Но знаете, если брать вот реально вот самый обычный прицеп, вот от ОСС, да, а не тот, который модовый, здрасте, гаишник. Вот да, вот такой вот прицеп взять, вот он, как, например, сейчас вот слева от нас, мне кажется, с таким, извиняюсь, кажется, с таким прицепом будет просто нереально здесь проехать, потому что, ну, очень нужно много места такому прицепу для маневрирования. Вот, а здесь его, можно сказать, почти прямо-таки нету. Так, хорошо. Так, так, так. Проехали, нормально. Оп, оп, такие, так, здесь так вот поворачиваем. Не знаю, если вдруг, да, кто катался со мной в конвой, у вас по-любому с прошлого воскресенья уже должна быть установлена карта Суровой России, поэтому можете по этому месту даже покатать, если вам будет это прям интересно, если вы захотите проверить свои нервы и свои силы, например, сейчас это делаю я. Так... Просто минус все столбы, на них я даже вообще сейчас не обращаю внимания, потому что, ну, это нереально сейчас еще тут забираться вот на эти горы и при этом еще стараться не сбивать эти столбики. Ну вот, но кому интересно, может в зеркале заднего вида насчитать, сколько я сбила столбов. Вот, ну, поставлю лайк на комментарий. Так, оп-оп-оп, вот так вот, оп-оп, заезжаем. Боже мой, какой это ужас! Это очень... И посмотрите просто, какая там впереди дорога. Это просто жесть какая-то. Так. Просто тупо вся дорога выглядит таким образом. И я свалилась, получается, в самом начале один раз. И мне кажется... Ой-ой, вы сейчас вот это вот смотрите и по-любому ждете, что... Что один раз я все-таки свалюсь и прям полечу. Вот, но не знаю, не знаю, свалюсь ли я все-таки сегодня с этих гор, с этого серпантина. Вот, поэтому внимательно смотрите. Так. Давай-давай, выезжай. Тут, конечно, на КамАЗе не особо как бы удобно катать. Вот. О. Ну, здравствуйте. А как нам это преодолевать? Просто сверху наезжать? Ну, судя по всему, да. И, видимо, да. Только мы почему-то как будто сами вообще боком наваливаем. А! Страшно, боже мой. Так, и вот какой у нас видочек. Чуть не свалилась из-за этого видочка. Вот, смотрите, какова красота. Так, заезжаем. Вот еще можете посмотреть. Это все мы с вами уже проехали. Ой. Так. Все. Действительно, без какой-то определенной суровости сюда очень, наверное, сложно будет сунуться. Поэтому я очень долго готовилась к тому, чтобы преодолеть вот это вот наше расстояние. На самом деле, здесь вроде всего около...
40 километров, но на самом деле это просто... Жесть, очень сурово это все, максимально сурово. Я не знаю, есть ли что-то более сложное на этой карте. Ох ты ж, это было очень близко. Это было очень и очень близко. Так. Вот не знаю, если кто-то после этого видоса, после того, как я преодолеваю вот эти все столбы, скажет мне, что я не умею, да, ездить и управлять машиной, да, в игре, естественно, в реальной жизни я про это, конечно, молчу, вот, то я даже слушать не буду, потому что если я сейчас с этим более-менее как-то справляюсь, столбы просто летят друг за дружкой. Так... Конечно, у меня почему-то режим суровой Лизы уже отключился, но она всегда со мной, потому что без этого здесь никак. И, кстати, Аня, да. Аня сидит, читает чат. Просто минус позвоночник сейчас будет у бедной. Так, это что у нас? Опять мостик. Ну, мостик это. Мостик это, наверное, самое безобидное, что здесь есть. Так, ой-ой-ой, оп-оп. Такие оп-оп-оп. Просто какой-то Need for Speed отдыхает. Так, 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 так. Ой, вот это я, конечно, сама виновата, потому что что-то сильно разогналась, но при этом мы еще с вами стоим на ногах. Фуф. Так. Знаете, надо было эту карту брать на конвой. В воскресенье, там бы, наверное, просто все бы до свидания бы мне сказали. Я потом спрашивала, что есть желающие прокатиться в конвое, и все такие молчат, и тупо комната 0 из 8. Хотя нет, мне наоборот кажется, что было бы много, очень много было бы желающих вместе со мной в конвое прокатиться по такой дороге. Но было бы очень и очень много трэш-контента. Безумно много. Так... Бедные столбы, они просто тут созданы, как будто бы для того, чтобы я их сбивала. Так, я аж как-то вздыхала, потому что реально тяжело. Я начинаю даже тяжело дышать от того, как сильно я пытаюсь это все делать. Аккуратно, так, 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 все. Все, отлично, отлично, мы с вами едем дальше. С какой скоростью мы едем? 15 километров в час мы даже здесь умудряемся ехать. Ладно. Опять у нас снова здесь мостик. Мостик это не страшно. Мостик это хорошо. Так. У нас все такие же прекрасные виды из окна. И я опять чуть не свалилась, пытаясь вам это показать. Так. И снова мы заезжаем сюда. Просто посмотрите, как все столбы просто летят. Так, заезжай, заезжай, заезжай. Вот. Деревья как-то растут, просто вот гора, и дерево вот так же вот из него растет. Посмотрите, какой вид зато. Посмотрите, какие горы, какие здесь деревья. Какой прекрасный желтый КамАЗ, что-то здесь забыл. Нет, 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 нет. У-у-у-у-у. Авария. Куда мы едем вообще? Как это произошло? Просто красота. Посмотрите, как тут все красиво. И просто вот затерялись в кустах, спрятались. Ну-ка, сколько нам там еще? О, боже мой. Я не знаю, осилю ли я до конца весь этот маршрут. Так, смотрите, здесь уже у нас какие-то домики. Здесь на самом деле ехать еще очень-очень-очень далеко. Здесь прямо эта дорога. Кстати, вот это похоже на место, где мы даже в конвой спускались. Но тут прям как будто бы... потерялась, как будто бы бесконечно просто можно кататься, это все исследовать. Что, дорога тут кончается, что ли? Ладно. Ладно. Так. Вопрос, как нам теперь встать?
Как нам встать? Сколько мы с вами проехали? О, да, починиться можно в поле. Прекрасно. Отлично. Смотрите, мы с вами проехали, получается, вот от этой точки. Ой. Вот сюда. Как-то убрать? Как убрать? Так. Как посмотреть, сколько мы сюда приехали? Вот. Да нет же. Понятно, что там туда 68. 68, а вот так 73. Мы с вами так мало проехали и уже столько всяких приключений на свою голову нашли? Серьезно? Забавно, конечно. Нам надо подумать, как нам сейчас обратно... Нам сейчас нужно подумать, как нам обратно поставить наш КамАЗ. Потому что... Ну, Аня, как всегда, читает чат. Но, скорее всего, никак это нельзя сделать, кроме как не поставить это все дело. Да что же такое? Что такая резвая свободная камера? Поставим это все свободной камерой. Вот так вот. Оп. И все. Хорошо, что у нас нету сильного ущерба. Тут кто-то уже тоже приехал, доехал. Так. Я не знаю, будем ли мы прямо-таки сейчас вот ехать до конца, потому что на самом деле ехать там еще очень и очень много. Вот. И пока что просто испытываем свои нервишки. Так. Там опять была какая-то рекомендация про блокировку дифференциала, но у меня она сейчас включена всегда. Я не знаю, правильно это или неправильно, но пусть уже будет так, как оно есть. Лишь бы просто ехали. Так. Оп-оп. Либо же я случайно вылечу, и на этом мы с вами закончим. Так. Но пока что буду испытывать себя. И до тех пор, пока я либо не вылечу, либо там, не знаю, не устану тут кататься, мы с вами будем ездить. Накаркала, ребята. Где ты? Несчастный. А куда он упал? Вот он, смотрите. Все. При... С такой высоты, боже. И ведь реально даже обратно не подняться. А кусты растут вот так вот. Как будто ни в чем не бывало. Прекрасно, замечательно. И на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Очень надеюсь, что вам это видео понравилось. Я максимально долго пыталась сохранить жизнь этому маленькому желтому КамАЗу, но, как видите, до конца трассы доехать у нас не получилось. Если хотите, если у вас будет желание, мы с вами проведем конвой именно по этому серпантину. Обязательно пишите в комментариях ваше мнение, хотите вы такой конвой или нет. Ну, а я всех вас целую, обнимаю и всем пока. Девка за рулем, за рулем. Девка за рулем, за рулем.